Что, всем привет? Всем привет! Вот такое пирожное. Пирожное называется корзинка. Оно такое мягкое, рассыпчатое, вкусное. Как всегда, кофе. Без кофе это мы никак. Ой, так не будет. Вот так. Вот такой грибок. Мягкий. Вкусный. Лена, семейный подряд, тебе привет. Приходи с Никиткой на пироженки. Очень обалденное пирожное. Тут белковое. Белковые грибки. Наполеон-то у Максика закончился. Пришлось на пирожное перейти. Вкусно. У Наталии из роддома тоже большой-большой привет от меня. Потом мне вчера написала, называется «Я». Ей не понравился мой прикид. Она написала, мне не понравилось. Ну, не понравилось. Между прочим, буква «Я» последняя в алфавите. Головка ты. Понятно? Я думаю, все поняли, откуда она. Пирожное каприз. Одна штука весит 60 грамм. Позволь себе маленький каприз. Песочная корзинка с белковым кремом, фруктовым джемом. Обалденное пирожное. Короче, одна такая корзинка стоит 30 рублей. Тут их 6 штук. Я вчера по другим приезжала, привозила мне такое пирожное. Очень вкусная. Так что увидите такое пирожное в магазине, купите и попробуйте. Вам очень понравится. А у нас, знаете, такой снегопад из листьев. Ветер дует, листья вовсю
разлетаются такие желтые красивые листики. Очень красиво. Осень у нас наступила. Похолодало. Ну что теперь? Какая осень! Красивая. Да-да. Ну как-то так. Ладно, короче, всем пока. Пирожное было супер. Пупер. Корзиночка. Ну а так всем удачи. Да, всем привет от меня. А, еще моему солнечному другу большой-большой привет. Максимка его зовут. Все, всем пока.